В Армении общество обсуждает интервью третьего президента Сержа Саркисяна. В красной линии через интервью проходит мысль о том, что Саркисян был против максимализма и в обмен на окончательное признание независимости НКР готов был передать районы вокруг Карабаха. Если прежние власти Армении заявляют, что шли к верному решению по Карабаху, пусть бы довели начатое до конца, заявил на брифингах в парламенте глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, высказываясь в этой связи. Если так, то почему в Конституции Карабаха, которая писалась под эгидой тогдашних властей Армении, было написано, что все 7 районов – неотъемлемая территория Карабаха? То есть на бумаге говорилось, что это наша территория. Депутаты от партии Саркисяна заявляли, кто отдаст что-либо, тот изменник. А с другой стороны, все эти годы велись переговоры о том, чтобы эти районы отдать, пусть и в обмен на признание Карабаха, заявил Марукян. Он обратил внимание на то, что когда сам Саркисян заявил, что Агдам все равно не наш, его начали резко критиковать. Если он действительно верил в правильность переговорного пути, тогда он должен был продолжить объяснительную работу с обществом, а не отступить, добавил Марукян. По его мнению, решить вопрос путем передачи 7 районов возможно было при любом из руководителей Армении, от Тер-Петросяна до Пашиняна, с той оговоркой, что Тер-Петросяну не дали это сделать его политические противники, которые затем пришли к власти. Тогда они заявляли, что никакой компромисс недопустим. Теперь говорят обратное, что могли решить вопрос путем компромисса. Но в этом случае непонятно, почему Серж Саркисян не довел дело до конца, пусть и через Карена Карапетяна, заметил депутат. Напомним, что 13 сентября 2016 года президент Армении Серж Саркисян подписал указ о назначении Карена Карапетяна премьер-министром республики. До избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении Карапетян возглавлял правительство Армении.